Итак, внимание, рядовой Мартин. Сегодня ты будешь проходить полосу препятствий и обучаться владению оружием. Прежде чем начать прохождение полосы препятствий, прочти все эти важные надписи и сделай то, что в них сказано. Хорошо. Теперь проверь цели. Ты увидишь, что текущая цель подсвечена. Кроме того, местоположение текущей цели помечено звездочкой на твоем компасе. По мере твоего приближения к цели, звездочка будет двигаться к центру компаса. Подойди к текущей цели. Так, достаточно. Ты видишь, что цель отмечена как пройденная, а у тебя появилась новая цель. Хорошо, Мартин. Открывай ворота и начинай прыгать. Мартин, ну ты здесь, бедняга. Рад тебя видеть. Ты не на прогулке. Перепрыгивай. Давай быстрей. Неплохо. А теперь ложись и ползи под этой колючей проволокой. Сержант, зарядить эти пулеметы. Это всем лежать. Рядовые! Быстрей, быстрей! Рядовой Мартин, тебе в эту дверь! Сержант Моди научит тебя обращаться с оружием! Задери голову, рядовой! Я здесь, на наблюдательной вышке! Возьми со стола один карабин М1А1! Ты можешь получить дополнительные боеприпасы, вытащив их из какого-нибудь другого оружия, аналогичного твоему. Подойди к ограждению и сделай 6 выстрелов по мишени. Твоя точность будет зависеть от того, насколько хорошо ты удерживаешь прицел. Делай еще 6 выстрелов по мишени во время движения из разных положений. Ты будешь стрелять точнее, находясь в неподвижном состоянии, из положения лежа или пригнувшись. Эти навыки могут спасти твою жизнь. Когда магазин опустеет, оружие будет перезаряжено автоматически. Хорошо, рядовой. Переходи к следующему этапу. Возьми со стола винтовку Спрингфилд и поменяй на нее свой карабин. Повернись налево. Подойди к ограждению и сделай 2 выстрела по мишени. Теперь дважды прицельно выстрели по мишени. Прекрасно! Надеюсь, теперь тебе ясно, что ты с помощью прицела сможешь стрелять точнее. Отлично, рядовой! А теперь идем дальше. Замени свой Спрингфилд на один из Томпсонов на столе. Если у тебя не 3 руки, ты можешь одновременно нести только 2 вида оружия, не считая гранат и того, что у тебя на поясном ремне. Сделай 10 выстрелов по мишени, сначала навскидку, а потом прицельно. Стрелять обоими способами. Сделай несколько шагов, одновременно целясь. Ты будешь двигаться несколько медленнее. В ближнем бою ты можешь ударить врага прикладом своего оружия. Это называется рукопашная. Попробуй этот прием со своим Томпсоном. Да не глазей по сторонам, малыш, здесь все взаправду. Теперь поменяй оружие, рядовой. Если ты чуть умнее, чем кажешься, может, до тебя и дойдет, что каждому оружию свое время. Ошибешься в выборе, можешь бронировать себе место в аду. Сделай еще 3 выстрела по мишени. Неплохо, рядовой. Переходим к следующему этапу. Возьми со стола осколочные гранаты. Давай, шевелись. Кинь по гранате в каждую из дырок впереди. Вот тебе и гром, и молния. Двигайся мимо поста. Наклоняйся то влево, то вправо. Это защитит тебя от врага. Переходим в следующий сектор. Помни, рядовой, если тебя ранят, воспользуйся одним из этих медкомплектов.
Не геройствуй, он может спасти твою шкуру. Взрывчатка обладает огромной огневой мощью. Отнесись к ней с уважением. Ей, знаешь ли, все равно, что взрывать. Обрати внимание на появление секундомера. На нем ты увидишь, сколько у тебя времени, чтобы убраться подальше. Если, конечно, ты не торопишься на тот свет. Неплохо поработал, рядовой, молодец. Всегда носи оружие при себе и не забывай чистить его. Ты свободен. Внимание, группа Бейкера. Schon einmarschiert sind. Wir werden es als Erste wissen. Sie kommen mit durch Frau Mary Gries. Falsch. Der Lama Roosevelt und Vetter Churchill würden hier niemals angreifen. Sie sind hier! Alarm, der Feind fliegt Luftangriffe. Ist da jemand? Hallo? Ende. Wir schicken eine Patrouille zur Verstärkung. Ende. Hoffentlich haben Sie eine gute Entschuldigung, dass Ihr Fort nicht besetzt ist.
Ладно, ребята, надо двигаться. По моей команде. Вперед, вперед! Thank you.
сейчас гермоше! Назад, граната! Я хочу, чтобы здесь был резерв. Зачистка! Зачистка! Ладно, ребятки, слушайте внимательно. Мы будем удерживать это место, пока не подойдет подкрепление. Так что наша работа только начинается. Для тех из вас, кто впервые участвует в операции, добро пожаловать в ад. Для тех, кто уже кое-что повидал, верьте мне, ребята, вы еще пороху не нюхали. Мы расставим эти немецкие пулеметы по периметру. Стойте на посту и не забывайте о своих товарищах. Хорошо вам поработать. Вставайте, вставайте, просыпайтесь! Подтягивайтесь! Уходите с улиц, не намек! Ладно, у миномета случился перерыв. Джонсон, пойди взгляни. Ложись!
Перестраиваемся! Сюда! Забирайся в машину! Мартин, сюда! Забирайся в машину! Мартин, сюда! Забирайся в машину!
Хорошо, капитан. Допустим, мы вернемся в батальон на этой передвижной мусорке. И что я им скажу? И да, это лично майору Шепарду. Скажи ему, что группа Бейкера удерживает город, но не сможет делать это долго, если нам не помогут. Понял, да, сержант? Сэр. Разумеется. А мимо врагов мы проедем во французской консервной банке. Нарисовать на ней мишень. По-моему, в этом нет необходимости, сержант. Так что, если у тебя нет идеи получше или работающей рации, действуй. Удачи тебе. Ну, ураганный огонь! Я уже не верил, что мы справимся. Ну, конечно. Особенно, если ты уже отрастил крылья и собираешься туда полететь. Там же всего 6 миль, рядовой. Заткнись и займись делом.